Это сладкое слово «Россия». Без продукции самарской шоколадки давно нельзя представить ни один праздничный стол. Легендарным именем фабрика обязана первому директору Елене Шпаковой, которая у руля производства стояла более 20 лет. И сегодня, к ее мнению, на фабрике по-прежнему прислушиваются. Закладывала все. Во-первых, отношение к работе. Честность, добросовестность. Потом высококвалифицированные, знающие свое дело люди. Вот это основное. И добиваться поставленной задачи. Вот. Лучшие традиции прошлого на шоколадной фабрике чтят по сей день. Упор, как и много лет назад, делают на качество продукции. Во главе угла – вкусы покупателей. Главные ингредиенты – какао, бобы и орехи. Мы с человеком в его самые радостные моменты. Потому что все-таки это не товар первой необходимости. Мы угощаем, мы делимся радостью. Но и также и в печальные моменты, когда хочется себя подбодрить, можно купить шоколадку или открыть коробку конфет. Я соглашусь с тем, что это целая философия жизни. Они снова вместе, как в старые добрые времена. Поздравить Елену Шпакову с 90-летним юбилеем пришли ветераны кондитерского производства. Вместе со своей первой наставницей отправились на экскурсию по цехам. Ирина Николаевна Кирикова работала на фабрике с 1985 года. В 2003 ушла на пенсию. Увидев обновленное производство, обрадовалась. Говорит, приятно, когда дело, с которым связала свою жизнь, процветает. Мне понравилось то, что сделаны дорожки для пешеходов и для погрузчиков, потому что раньше это была очень большая проблема. Мне еще очень понравилось то, что это уже не в цехе, то, что люди, с которыми я начинала работать, которые только-только становились простыми операторами были, которых мы учили работать. Сейчас я увидела, что это люди, которые уже имеют большой рост. Почти полвека назад на шоколадке выпускали порядка 25 тысяч тонн сладостей в год. Сейчас объемы возросли втрое. Оборудование постоянно обновляется, продукция тоже. Регулярно появляются новые лакомства. Эти конфеты выпустили к Новому году. Их производят на новой линии, которая запущена в 2010 году. Лакомство с пылу с жару, конфеты со вкусом детства. Шоколадный стаканчик, внутри пралине и орех. Сейчас попробуем. На вкус, как пирожное картошка. В этом году самарской шоколадке исполнится 45 лет. Большой праздник планируют провести летом. На торжество, говорят, на фабрике обязательно пригласят и Елену Васильевну Шпакову. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».